крутой парень, да? Как бы не так. Если захочу на американские горки, пойду в лунопарк. Расслабься, ты в отпуске. Готов к приключениям. Ого! Джек, это же рай. Я приземлилась в раю. Мы сейчас в парке Амбасели. Амбасели? Вы, наверное, здесь впервые. Ну, это Африка. Рад знакомству. Эта страна сожрет их заживо. Добро пожаловать в Африку. Вы только посмотрите. Красота. Вот это да. Что ты делаешь? Еду навстречу приключениям. Давай, давай, давай! Давай! Боже мой, какой милашка. Ты видишь? Нет, нет, нет! Что нам делать? У нас ни машины, ни связи. Где мой инсулин? Вы издеваетесь? Думаете, я был готов? Что так случится? Мам? Все будет хорошо. Тут опасно! Что нам делать? Что вы, черт возьми, здесь забыли? Нам нужна помощь. Пожалуйста, позвоните кому-нибудь. Пап, это браконьеры. Они не помогут нам. Свяжите их. За кем мы только не охотились. Но за людьми впервые. У вашей истории незамысловатая концовка. Изнеженная американская семья приезжает в Африку. И Африка с удовольствием съедает эту семью. Три... 2, 1. Беги сюда! Добро пожаловать в джунгли. Я хочу, чтобы наш отпуск был особенным.